На пороге нового учебного года родители Тверской области озадачились решением наболевших проблем в школах. Ремонт спортзала, отопление и даже аварийных участков дороги непосредственно вблизи самих учебных заведений. Именно с этими вопросами жители Зубцовского, Калязинского, Ржевского районов пришли на прием к губернатору. Какие решения принимал глава региона, рассказывает Валерия Королева. 30 июля глава региона Игорь Рудени провел прием граждан. Жители сразу трех районов озвучили губернатору школьные проблемы. Родители села Княжьи Горы Зубцовского района не могут дождаться окончания ремонта в спортивном зале местной школы. Здание 1986 года постройки капитально не ремонтировалось. А в спортивном зале помимо уроков физкультуры работают спортивные секции и кружки. Не хватает косметического ремонта и оборудования. У нас есть вольная борьба, волейболы, все различные секции. И дети с удовольствием ходят, но недостаточно комфортные условия для детей. Конечно, сейчас 21 век, дети все в интернете, все это понятно. И хотелось бы больше детей завлекать, чтобы организм креп и у нас было здоровое поколение. В школе в ходе ремонта заменены санузлы, отремонтированы раздевалки и полы спортзала. Но нужны дополнительные работы. А в средней школе поселка Победы Ржевского района есть две проблемы. Нет столовой и 7 лет перебои с отоплением. Здание построено в 1962 году. Там сейчас учатся около 100 детей. Недавно был приведен в порядок фасад, рассказывает мама двоих школьников Оксана Королева. Вот зашла зимой я в класс, а дети сидят на диване, в курточках стоит обогреватель. И они просто мерзнут. И вторая проблема этой школы, то что нету столовой. Они ходят питаться в детский садик. Губернатор пообещал дать поручение местным властям разобраться с этой проблемой в кратчайшие сроки. Все они сделают в кратчайшие сроки. Все промоют, посмотрят, что там происходит, все разберут, соберут. И к 1 сентября проведут пробные испытания, опрессовку, чтобы ничего не протекало. И посмотрим, что у них происходит. А жители Калязина обеспокоены состоянием участка дороги на улице Коминтерна. Это отрезок от Октябрьской до улицы Тверской. Ведь там расположена одна из городских школ. Около школы небольшой участок дороги очень проблемный. Из-за этого родители, подвозя детей к школе, приходится маневрировать на дороге. И это создает опасность при движении. Деньги на ремонт этой дороги выделили еще в начале года, но вот подрядчика определить так и не смогли. Проводил несколько раз конкурс, сейчас с третьего раза был подобран потенциальный подрядчик, который, так понимаю, пойдет в ремонт дороги. У нас там срок исполнения до октября месяца. Как будет отремонтирована дорога, глава региона обещал проинспектировать.